Итак, друзья мои, хотел поделиться своими соображениями, своими мыслями по поводу того, как исправлять ситуацию, когда затапливают участок. Вот конкретно, прямо на своем примере. У меня ситуация была очень сложная. Здесь нету общего стока. И когда я его покупал только 2 года назад, у меня здесь то, что вы видите сейчас, в начале апреля, это замечательно. У меня было так, что здесь вода заливалась от всех соседей. Поэтому что конкретно делал я? Я ждал, пока высохнет. То есть я купил его в сентябре и ждал аж до следующего августа, когда здесь высохнет. То есть здесь до середины июля было болото. Потом, вот если посмотреть, вот там, да, отсыпал все углы соседних участков. И это дало очень хороший результат. То есть ко мне перестала вода поступать. Дальше я делал ливневки. Ливневые канавки. Вот, видите, она сейчас работает уже. То есть, как бы, большая часть воды собирается в них. Да, тут еще вроде как по участку вода стоит, но все-таки начало апреля. Тоже нужно учитывать этот момент. Потом там вот у меня вдали я вырыл пруд. Его, конечно, так пока что не видно, но вот там пруд на 10 кубов приблизительно. Дальше, конечно же, я сюда завозил. Во-первых, сначала завозил глину, и вот эта дорожка, да, которая она здесь стоит, она на глине. То есть тут вроде кажется, может быть, не очень много, а сюда 5 КАМАЗов проезжало, и потом мне с бобкетом разравнивали. Вы это можете, в принципе, все посмотреть там на моих предыдущих видюшках. Потом вот здесь, где парковка, здесь тоже 2 КАМАЗа с глины сначала проезжали. Потом в течение прошлого года я привозил сюда песок, 5 КАМАЗов с песком. И мне его отсыпали. Тут, в принципе, тоже видно, что с той стороны более-менее вода не так сильно стоит. А то, что она здесь есть, ну, я думаю, через какое-то время она высохнет. И кроме этого, как я в прошлом году еще поступил, я ждал, пока уровень воды упадет ниже, чем уровень с соседями, чтобы не получилось так, что я откачиваю отсюда воду, а от соседей вода поступает. В общем, я ставил здесь насос, прямо вот сюда, в лунку его кунал, и шланг выводил у меня там 50 метров в углу до общей ливневки, и потом уже, в общем, дальше воду это все туда отливал, в сторону. Ну и в течение где-то 10 дней я справлялся, и, в общем, в прошлом году уже к середине мая воды у меня здесь не было. То есть, видите, сначала июль был, потом середина мая. Я надеюсь, в этом году до начала мая я всю воду отсюда окончательно спущу.